Всем привет из совсем не солнечной долины Калифорнии. Сегодня я хочу показать, какой у нас идет дождь. Это просто что-то с чем-то. Вот мой муж, он говорит, что я, говорит, не помню, чтобы вот такой вот был дождь. Сильный. Ну вот, как бы, я, конечно, смеялась, потому что сильный дождь у нас в Одессе, когда машины плавать начинают. У меня там есть видео по этому поводу, как там один раз пошел дождь просто в Одессе, и что из этого вышло. То есть надо было вызывать вообще там людям какие-то службы, чтобы у них машины просто глохли, вот конкретно проезжали там по лужам, да, и глохли, потому что заливало капот там и все остальное. Вот такой дождь вот пошел. Вот, ну вот для Калифорнии вот это очень сильный дождь. Сегодня у нас 22 ноября. Мне лично похолодало очень. Вот я разговаривала со своей подружкой, она говорит, а ты что, там типа, ну это не холодно. Ну вот мне лично было холодно сегодня. Ну, хотя градусов, сейчас мы посмотрим, сколько. 60 Фаренгейт, это получается, что у нас 15 градусов. Ну, холодно. Для меня это холодно. Вот, так что вот такой вот. Ну и еще вот мне моя тоже подруга сказала, что если вот такой вот дождь, значит в горах идет снег. Потому что вот воздух действительно такой свежий-свежий и такой холодный воздух. Ну вот, морозный воздух. Ну, не морозный, конечно, но холодный воздух. И значит, в горах идет снег. Ну, сейчас как бы тучки такие, очень пасмурно, поэтому не видно, там есть снег или нет. Ну, посмотрим. Посмотрим, как оно будет, какая будет температура. Моя собака пытается, убежала, не может понять, что происходит, хочет выйти, а тут получается, как бы у нас вот, ну, навес, да, такой, она нос туда высовывает, не понимает, что ей на голову капает. Бонни! Бонни! Иди сюда! Иди сюда! Бонни! Вот. Радости полные штаны. Ну вот и все. А, вот еще что хотела показать и рассказать. У нас тут Соня решила зарабатывать деньги. Вот такой пакет, в общем. Что в этом пакете? В этом пакете обыкновенные пластиковые бутылки. Ну, сюда можно ложить не только пластиковые бутылки, и стеклянные еще. Вот там, да, у нас есть еще стеклянные бутылки. Вот. А, ну и банки, да, еще железные банки туда можно. Ну, мы ничего из... Тише. Мы из железных банок ничего не пьем, поэтому у нас получается только стеклянные бутылки и пластиковые. Вот. Значит, что это такое? Я когда рассказала своим родителям, они сказали, ну ты что, не помнишь, в советское время бутылки собирали и сдавали? Я говорю, а, да, точно. Точно-точно. Собирали и сдавали бутылки. Вот это тоже примерно так же. То есть ты собираешь просто вот этот вот мусор, да? Складываешь вот в такой обыкновенный пакет и отвозишь в определенное место. И там на вес они его принимают и дают тебе какую-то денежку. Ну вот Соня послушала своих одноклассников. И они все этим занимаются. Они все собирают этот, ну, эти бутылки, да, пластиковые. И сдают их. Получают какую-то денежку. Ну, а почему бы и нет? Ребенку лишние, как бы, какие-то там $20. Я уж не знаю, сколько она там получит. Посмотрим. В общем, вот это вот у нее. Она насобирала много уже. Но тут случился казус такой у нас. Пришел наш садовник и посчитал, что это просто он нам сделает одолжение. И он взял их и выкинулся. Соня так расстроилась, так... Как это так? Он не спросил. Ну, он хотел сделать хорошо, а как бы получилось вот так. Ну, неважно. В общем, теперь она здесь их хранит,
чтобы никто их уже точно никуда не дел. Вот. Ну, в общем, потом расскажу, сколько она собрала, сколько должно быть веса и сколько она заработала денег. Ну все, всем пока!